И снова с вами мне Монте. Я напоминаю, что меня зовут Евгений, я живу в Черногории, в городе Петровце. И сейчас хочу вам показать наш пляж Перези Чидо. Пойдемте посмотрим. Посмотрите, какая у нас вода чистая. Это пляж Перези Чидо. Сейчас вам все покажу и расскажу про него. Людей мало, видите сами. Пляж. Дробленый камушек, перемешку с галькой. Тут вот такие ступеньки есть. Как можно перейти с одной на другую сторону. Между скалами сделали ступеньки. Сейчас ждем. И я сейчас перехожу на другой пляж. Это как единый пляж, просто между ними находятся скалы. И здесь сделали мостик деревянный, чтобы удобно было переходить с одного на другой пляж. Здесь первый пляж, какой я вам показывал. Здесь бесплатен он. Видите, здесь лежаков нету. Тут все приходят со своими полотенцами, с зонтиками и загорают. Вода изумительная, чистая. Скалы. Когда-то они были под морем. А здесь уже вот есть лежаки. Все зависит от сезона. Лежаки стоят, два лежака и зонтик стоит 10 евро, 12, 15 евро. Все зависит от месяца. Есть вот такие вот кровати. Они стоят сейчас 25 евро целый день. Лежаки тоже целый день. Люди берут на целый день и оставляют свои полотенца, идут домой или вот идут в ресторан, что можно было покушать. Здесь ресторан есть. Вода изумительная. Чистая, чистая. Здесь недостроенный отель Ас. Это пляж называется Перези Чидо. Вы можете сюда дойти пешком из города Петровца. Идти пешком полчаса. Как дойти туда? Есть у меня даже видео, как вы можете сюда дойти. Сюда можно доехать на автомобиле. Есть бесплатная парковка впереди. Сейчас мы до ней дойдем. Пойдемте посмотрим. Здесь есть, конечно, маленькая детская площадка, где качели. Был еще домик, но его убрали, потому что он нагревается и распался. Здесь вот видите, деревья растут. Это бананы. Они нас не доспевают, потому что не хватает солнца, тепла. Солнце есть, тепла нету. Столько. Сейчас у нас в августе температура 45 градусов на солнце. В тени 36. В ресторанчике можно поесть супа, пиццу, мясо, рыбу, салатик. Делать даже пасты для детей. Вот лежаки везде. Печет ноги. Я тапочки забыл одеть. Сейчас пройдемся, посмотрим. Здесь есть раздевалки, где можно переодеться. Есть душевые. Это недостроенный отель Ас. Он его еще... Здесь один отель работал. А вот первая часть. Вот первая часть она работала до 2006 года. Потом выкупили, достроили пятизвездочную коробку. И сейчас на данный момент это не работает. Отель. И слава богу, пока мы можем сюда заходить отдыхать. Потому что когда он будет готов, уже не сможем сюда заходить. Пятизвездочный будет отель. Вот здесь, чуть дальше, находится огромнейшая парковка для автомобилей. Она бесплатная. Первое время 3 евро брали за вход, а сейчас на данный момент она бесплатная. Туда не могу. Сейчас постарал бы сюда дойти, но там очень жарко, мне ноги жгут. Жгут ноги. Большая парковка, где-то около может разместиться 70 автомобилей. И когда мы доходим на пляже, тоже есть вот место, где люди могут со своими зонтиками, с пляжными прийти отдохнуть. Всех хочу попросить, подписывайтесь на мой канал, мне Монте. Задавайте свои вопросы, что вы хотели бы еще увидеть. Это сейчас, на данный момент, это Черногория, город Петровац, пляж Перези Чидо. Август месяц, сегодня у нас понедельник, людей мало. Вы видите везде, что людей мало не только на бесплатном пляже, но и на лежаках. Можно спокойно приходить отдыхать. С понедельника по четверг людей мало, потому что не все сюда хотят идти, потому что далековато немножко. Но сюда можно дойти пешком с города Петровца за полчаса или на автомобиле доехать 5 километров за 5 минут. А вот пятница, суббота, воскресенье людей здесь очень много. Всем желаю хорошего настроения. Задавайте свои вопросы. Буду очень рад вам ответить. До новых встреч. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал.